Воздушно-капельная тревога. Каждый третий житель России в прошлом году жаловался на симптомы депрессии. Таковы исследования Института психологии РАН. Как говорится, не было печали, сейчас коронавирус отступает, судя по официальным данным, открываются границы, бизнес возвращается в колею, и привычная жизнь кировчан тоже. Сегодня наш корреспондент Илья Кошкин спросил у прохожих, о чем они скучали во время карантина больше всего. Родной дом. То, что я издалека. Попробуйте без родителей 2 месяца просидеть. Да нет, особо не скучал, ни в чем себя не ограничивал, дома не сидел. По работе. А вы любите работать? Да. И вам приносит это радость? Да. По прогулкам, наверное, на свежем воздухе больше. А вы часто гуляете? Да, с мужем. По кино, наверное, по выходам в кино. Вы очень любите ходить в кино? Ну да, хожу регулярно. А какие фильмы вам больше всего нравятся? А драма, детектив. По работе сейчас. Вы на работу вообще? На удаленке был. И хотелось сходить прямо на работу, чтобы посидеть с друзьями? Потому что 2 недели не выходил просто из комнаты своей. Скорее всего, по кафешкам всяким. Да. Ну, про развлекаловкам всяким таким. В кино, то есть, ну, давно не ходил. По кафешкам, ресторанам. Ну, сейчас более-менее уже работает, поэтому нормально. Пандемия, она уже целый год. А, по отпуску, наверное, за границей год. Вы знаете, я, в принципе, даже не ощутила. Потому что жила, как и жила раньше. По спорту. А вам куда-то хотелось сходить? Ну да, в спортзал, в тренажерку очень хотелось. А дома вы не занимались? Занималась, но когда в зале, там много единомышленников, это интереснее. Атмосфера.